когда я учился в 5 классе, я очень интересовался мифологией и решил написать собственный миф. Сейчас я его вам прочту. Миф. Однажды упал на поле с неба ребенок и все время плакал. Да так громко, что горы обваливались. Людям он не давал жить, и они решили сбросить его в вулкан. Он оказался обычайно тяжелый, но его тяжесть настала неожиданно, когда они несли вулкану. Мальчика он весил, как обычный грудной ребенок. Но как только подошли к вулкану, к мальчику как бы валун привязали. Народ не удержал мальчика, и он упал, тем самым пробил землю насквозь. На следующий день полил страшный ливень, и люди подумали, что небесный ребенок разбился, улетел на небеса и там плакал от голода. Тогда люди стали приносить жертву много мяса. Они подумали, что мальчик наестся и перестанет плакать. И только по чистой случайности ливень кончился, и стих ветер. Мальчик действительно плакал, но не на небе, а под землей, и он на самом деле хотел есть. Как раз в этот же день у кротихи пропал кротенок. Кротихе легко находить своих кротят, так как они очень громко орут. На этот раз она нашла и потерянного, не потерянного сына, а мальчика. Нашедшего мальчика она приняла за сына и полезла в гнездо, таща за собой ребенка. Обычно потерянные кротята, учуяв мать, успокаивались, но мальчик плакал, он хотел есть. Вскоре кротиха сообразила и дала ему порошка из корней ромашки. Он съел его и стал с необычайно большой скоростью расти. Хорошо, что гнездо было большое. А то, если бы оно было маленькое, то мальчик погиб бы от сжатия тела. Кротиха ничего не понимала, убежала со своими детенышами. К мальчику с ростом пришел и ум. Он мог искать для себя пищу, воду, мог делать жилище. Однажды мальчику стало скучно, и он стал делать из золота человечков, верных друзей и помощников. Все они служили ему верой и правдой, кроме одного очень наглого и упрямого человечка. Он постоянно оскорблял подземного бога и воровал. Он воровал ценные металлы, золото, серебро и очень много драгоценных камней. Его прозвали Хитрый. Однажды, вытаскивая из земли уйму драгоценных, Хитрый неожиданно полетел и рассыпал по всей земле камни. И так произошел снег. Ух ты. Ну и все, конец.